Вітаю всіх шанувальників українського півдня. З вами я, і традиційно в цей час ми говоримо на актуальні теми нашого суспільства. Сьогодні будемо говорити про розвиток міста Херсона. І до студії ми запросили Валерія Синявського, підприємця, голову обласного штабу, Анатолія Гриценка, політичної партії «Громадянська позиція». Вітаю вас. Вітаю. Я вас представила як підприємця, і по суті цей рік йде на завершення. Скажіть, от спочатку, як підприємець, який був цей рік як для підприємця, і ті податки, які ви сплачували в бюджет нашого міста, наскільки вони ефективно використовувались, на ваш погляд? Для підприємцей год, підтвердив тенденцію, з кожним годом все хуже і хуже. Складніше і складніше. Бізнес згибається. Живут только те, которые работают с государственным бюджетом. У населения денег нет, потому что всеобщая нищета, а богатые люди у нас в стране не сильно охотно расстаются с деньгами. Поэтому тенденция понятна. Налоги, ну... Попри все, вы сплачиваете такие податки, честно, нет. Отверто? Ну, платим, но у нас же государственная политика заинтересована в том, чтобы максимально собрать, но как они расходуются, эффективность расходования денежных средств, никто об этом не задумывается. Взять по городу, мостопереход, ЖКХ, ну это лишнее подтверждение этому. Тобто підприємці сплачують податки, але не впливають на їх видатки. Це неправильно. По суті, це не є в демократичному суспільстві. Можливо, це в нас така ментальність підприємців? Ні, у нас в країні основна причина – це відсутствие вообще признаков, що существує система поощрений і наказаний. У нас украл – не сел. Украл миллион – ще більше, даже можуть і награду дати. Поэтому, когда зло будет всегда караться по закону, тогда, может быть, в стране что-то изменится. Но это зависит только от первого кресла страны, какой человек будет в нем сидеть. Тобто від політичної волі. Давайте зараз поговоримо про Херсон. Ви вже сказали про сплату податків. Початок опалювального сезону традиційно повинен бути в середині жовтня. І всі комунальні, державні підприємства повинні бути готовими до цього. Зараз вже майже середина листопада, і деякі школи зачинилися, в деяких школах, в освітніх закладах йдуть скорочені уроки. Оця фраза «зима прийшла раптово», чому виникає, я не кажу про інші міста, але в Херсоні вона звучить традиційно. І знову проблема з опаленням. Ну, в городі за все відповідає мер. Горожане, ну, сами пожинают плоды своего бездумного голосования. Потому что у нас всегда стараются лозунгами привлечь голоса за человека, и никто не оценивает его поступки и прошлую жизнь. Миколаенко стал мэром в 2014 году как единый кандидат от демократичных сил. Никто эти силы, правда, не спрашивал их желание подтверждать это, но он стал мэром. Так же само, когда переизбирался, потому что тогда были досрочные выборы в 2015 году, неважно для власти, шел он в первом туре от одной политической силы, ну, при поддержке этой силы, а во втором туре правящая власть БПП, как это так, мэр будет не от нас. Нынешний глава государственной администрации, господин Гордеев, взял его под белые ручки и отвез в администрацию президента, представил Порошенко. Их не интересовало, кто он, что он может делать, может ли руководить. Главное, чтобы он выиграл мэрские выборы. Это история. И наступные выборы, будет Миколаенко мирским головой, чи ні, уже... Опять следующая, если будет следующая партия не задумываться об этом, опять же она его приведет. И наши пенсионеры за это проголосуют, потому что Миколаенко в прошлый раз раздавал материальную помощь, не спрашивая тех людей, кто наполнял бюджет, просто своим волевым решением. И так же само раздает, чтобы на следующие выборы эти пенсионеры, которые он довел тоже до такой жизни,
щоб за нього проголосували? Опалення. Опалення. Фахова команда повинна була займатися з міським, з першим заступником міського голови. Чому немає зараз ТЕЦ не запускається, проблеми? Це чия відповідальність зони? Мера, голови государственної адміністрації, всієї вертикалі власті. Я сьогодні прочитав там діалог один в Фейсбуці, де губернатор общався с одной из жителей Херсона и отвечал, что они занимаются и строят, а весной они провели нараду, и вот эта нарада там постановила. Ну так у нас решений принимается очень много, а кто их будет контролировать? Почему тогда губернатор не контролировал городскую власть? В городе живет более трети избирателей области. Нет, он его интересовало, чтобы город только выделил деньги на мостопереход. Вместо того, чтобы город должен был всего лишь на 10% финансировать, он бы отдал более 50 миллионов на мостопереход. Эти деньги могли пойти на отопление. Но самое главное... Было бы желание тех, кто занимается опаленням, и побудувати и локальные котельні, и нарешті забути про ТЕЦ. Я помню тот скандальный ремонт теплотрассы на Береславское шоссе Мира, который должен был закончиться за полгода, а длился 2 года. Кто-то понес... ответственность. Договора городская власть подписывала. Несоблюдение сроков, технологий. Это привело к задержке. Но міська влада є конкретні обличчя, конкретні особи. Крім міського голови, там займаються і заступники. Мер, заступники, там все исполняющие обязанности. За все болею, ни за что не отвечаю. Там заступник, мер, єдиний кандидат від демократичних сил. І перший зам господин Козаков, бывший глава городской организации партии регионов. Скрестили ежа с гадюкой, и все равно хозяйственники как бы бывшие руководят, и демократы. Где результат? Ничего. Это у нас клумбы гарные, и фонтаны возрастают. Ну фонтаны это та тема, когда вот явно зарыли более 5 миллионов в землю. Тротуарная плитка самая дешевая, немножко гранита, какие-то решеточки, где 5 миллионов? Какие 1,5 миллиона на площади Перемоги. Ну, да, сейчас на университетской небесной сотне там делают клумбу. Опять 1,5 миллиона, какая-то донецкая фирма, но делают наши озеленители херсонские. Уже, значит, прокладка. Уже кто-то завышенная цена. Наскільки вчасно цю клумбу робить було взиму? Ну, у нас есть, все понимают, у многих есть дачи, все прекрасно понимают, когда лучше заниматься озеленением. Но у нас вот деньги нужно до Нового года потратить. Поэтому все процессы эти идут в декабре. Вместо того, чтобы к отопительному сезону последние штрихи наводить, готовиться. Нет, у нас лучше травку посеять, пересадить можжевельники. На площади Победы сразу зарыли 1,5 миллиона перед Новым годом. На весну больше 200 тысяч туда выделили, потом еще. Сейчас все равно ни газона, ни клумбы, ничего там нет. Ну, все убито, бурьян растет, его стригут бурьян. За 4 роки, з 2014 року, ми з вами спостерігали за тим, як майже 1 мільярд профіцитних коштів понад планових надходжень до бюджету просто розподілились між комунальними підприємствами. Ця практика, коли депутат є директором комунального підприємства, дуже гарно, дієва для більшості. Але тим не менш, чому громада все-таки ніяк не могла вплинути, щоб ці кошти впливали, ці кошти більш ефективно використовувалися, ніж на збагачення тих, хто має до цього відношення? Громада поняття розтяжиме. Ну, є еліта, є люди, які впливові, є громадські організації. Є центри аналітики. Ми пожинаємо ЗМІ. Плоди, когда столетней давности, когда были лозунги «Кухарка умеет управлять государством». Вот сейчас во власти, я считаю, кухарки сидят, вот в городском. Многие, был реализатором, стал депутатом, и сейчас он уже готов или в замы мэра, или даже видеть себя депутатом Верховной Рады. У них нет даже мысления развития на перспективу. Они не понимают, что такое создать рабочее место. Прежде чем что-то создать, надо вложить. А у нас только любят тратить. Вот есть сумма, ее надо потратить. Как она будет? Нет, вы дайте вот мой округ вот здесь, иначе я голосовать не буду. Мне не дадите, у меня 9 депутатов, я не дам команду им голосовать. Только каждый выжимает при перераспределении денег сумму по максимуму. Живут одним днем. Тем не менее, громада могла вплинуть.
Все-таки прийняли бюджет? Якщо у нас силова вертикаль власті не працює, ну як може громада повлияти? У нас два депутата з уголовними ділами, і вони голосують за розподілення бюджетних денег. Силовиков це не інтересує. Громада може прийти і покричати. Вони ж завжди зроблять так, щоб відвлечь внимание. Вот эти крайние события, произошедшие в Херсоне, которые привели к смерти чиновницы, это плоды этого. Но силовики опять ищут в этом только политику. Ни одной версии, которая будет рассматривать дела городской власти Херсона, нет у следствия. Сизовский, что будет в связи с этим, что будет с большинством региональной, как склалась Херсонской міській раді, на ваш погляд? Все-таки зміни якісь не прийдуть туди? Все буде залежати від результатів весенніх виборів президента. Якщо прийде чоловік, маючи політичну волю і готов поміняти, він буде назначати нових людей на всі важливі силові структури. Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, Національний банк. Якщо зміниться зверху, пойде ця команда донизу. В этом я уверен. Все нынешние директора коммунальных предприятий все равно будут подвержены проверке. Сейчас в современном мире деньги это оставляют след. Легко отследить, поднять смету, раскопать. Это не проблема. Каждому будет дано по заслугам. И не удастся договориться. У нас дошло до того, что деньги выделяются просто так, но не выполняется. Как... 1,5 миллиона на какое-то Новониколаевское шоссе. Что это такое? Ну, в последнем решении исполкома было прописано. Я не знаю, как там закончилось, но такое есть. Это как? За ці 4 роки ми побачили і нові обличчя в політиці, і багато молоді. Цей соціальний ліфт спрацював, чи все-таки як прийшло інфекцію, ну як інфекція приходить і до молодих політиків, вони входять в ці ж цифрові корупційні схеми? Молоді, вони без стержня, практично всі. Вони прийшли. Скільки нових в залі городського совету? Дуже багато. З різних фракцій. І що вийшло? Фракція самопомощі практично вся нова. Остался один Дмитриев, все остальные перебежали. И Свобода. Но... Радикальная, ну, перечислять можно весь зал называть. Поэтому это не новое. Если отсутствует система безнаказанности, то есть, как сейчас система безнаказанности, это так и будет продолжаться. Неважно, новый, старый. Если человек знает, что за это ничего не будет, он будет делать так. Я вас представила як начальник штабу політичної сили «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, обласного штабу. У вас молоді обличчя є в партії? І який ви робите їм випробування, можливо, це по-іншому називається, щоб вони були чесними, достойними? Я привик людей оцінювати не по словам, а по поступкам. Молоді люди є в районах, багато, але їх мало. Потому что молодежь политикой сегодня не интересуется. Но политикой в основном начали интересоваться люди, когда уже или какая-то личная проблема, или достала. Дальше уже так нельзя. Или начинают задумываться, как будут жить мои дети, внуки. Я сейчас много езжу по области, в основном по районам. Но больше всего меня поражает эта депрессия. Старики... Они не хотят, как раньше перед выборами говорили, повысить, я хочу, чтобы мне пенсию повысили, там тарифы снизили. Они просто хотят увидеть, что началось какое-то движение и что ихние дети или внуки застанут более нормальную жизнь. Вот это поражает. Они уже для себя лично ничего не хотят. С одной стороны, это вселяет надежду, потому что в личном разговоре они поддерживают Анатолия Степановича Гриценко и... Пока я рассчитываю на хороший результат в області. Це був Валерій Синявський, підприємець. Ви дивились «Український південь» і з вами була я, Лідія Григорєва. До зустрічі на телеканалі «Український південь».